Всем привет! Вот прошли праздники, так не хочется, чтобы все заканчивалось. Решила себя немножко побаловать сегодня. Вот, задонатить. Вот, сейчас покупаем. Вот, за 8800 покупаем 2000 золотых. Так, вот платеж выполнен, все нормально. Так, золото у нас есть теперь 2000. И теперь вот такой парадокс. На золото покупаем в первую очередь серебро. Вот. Так, сейчас. Вот, за 300 золотых купили серебро. 12 тысяч кредитов. Так, теперь. Теперь нужно купить. Ну вот, на ежедневные сделки денежку тратить не приходится, так как они у нас так уже выполнены. Так, теперь нужно купить то, для чего, собственно, золото и берется. Это удвоитель. Вот, звездный удвоитель. Вот, теперь хочу посмотреть сундуки. Вот большой, маленький, пожалуй, начнем со среднего, наверное, со среднего. Начнем, посмотрим, что там есть. Вот, за 30 золотых. За 30 золотых нам дают, значит, кредитов 492. И вот детальки для самолетов. Вот, 81 штучку. Но это не так уж и много за 30 золотых. Поэтому, так, сейчас посмотрим еще, что теперь нам в большом дают. Так, здесь тоже кредиты, золото, звездный удвоитель, ну тут уже хоть что-то. Так, тоже детали для двух самолетов 167, для трех даже, вот как здорово, четырех, ничего себе. Ну вот, ну это уже хоть что-то. Ну, собственно, для 80 золотых ничего такого интересного в нем нет, я бы его не покупала. Вот, теперь хотела краску, вот, выбрала вот такую, вот такой спортивный получается, такой самолетик, вот, ну, мне понравился, такой интересный, тоже 80 золотых, ну, вот, тут мне как-то не жалко. Вот видите, как много разной краски. Вот. Ну, мне вот это понравилось больше всех. Там ничего такого не приглянулось как-то, кроме этой. Ну вот, остальные денежки пойдут на краску для других самолетов, на серебро для прокачки и на удвоитель. В общем, вот так вот. Спасибо за внимание. Всем пока. С вами была Ирина.